Встречайте, специальное предложение только сегодняшнего дня. Я бы хотела заметить, что сегодня действует максимальная скидка. Ты знаешь, что такое цена только сегодня? Что, Ольга? Это и значит цена только сегодня. Она действует только в течение сегодняшнего дня. Завтра в 8 утра, к сожалению, это предложение будет стоить гораздо дороже. 4399 рублей завтра, а сегодня... О, боже, я не могу, я сорока по натуре. Я когда вижу стразы, я не могу. Я буду брать, это однозначно. Туника... Арабелла. Слушай, стразы бывают разные. Анечка, скажи, пожалуйста, насколько они долговечно внедрены в нашу тунику? А вот давай сразу и посмотрим. Великолепные стразы, от которых просто кружится голова. Но самое главное, что они никогда не потеряются. Посмотрите, они у нас здесь с вами проклепаны. Это украшение на века, Ольга. Вот это меня вдвойне подкупает. То есть 2999 рублей. Мы платим не за одноразовую тунику, а за многоразовую, вечную, со стразами. Все как мы любим. Кстати, у нас для вас три цвета на выбор и размеры от 48 до 66. Давайте знакомиться с цветовой гаммой. Первый цвет, который вы видите, это вот этот вот синий цвет, между прочим. Он отлично будет сочетаться с джинсами. Ну и, конечно же, помимо синего цвета, есть у нас еще и более яркие тона. Итак, встречайте, бордовый цвет. Отличное сочетание с синим и красным. Следующий цвет, который у нас есть, посмотрите внимательно на Ольгину вешалку, это таракотовый цвет. Да. А, как все переливается. Слушай, ткань здесь тоже необычная. Мы ее обязательно сейчас рассмотрим. Знаешь, интересно посмотреть, как эта туника смотрится на фигуре. Я тебе не раз рассказывала историю, как мы с мужем ходим по магазинам, когда я его спрашиваю: слушай, можно я куплю? Он говорит: как ты можешь купить, не померив? Я говорю: да мне будет хорошо. Нет, говорит, на вешалке я не понимаю, мне не нравится. Иди мери. Вот только померяю, ухожу из примерочной. Говорит: берем. Вот посмотри, как здорово смотрится. Кстати, и на тебе, и на нашей Тане. Почему? А потому что здесь у нас с вами очень мягкая и комфортная ткань. Ты знаешь, что она будет, во-первых, очень удобна и комфортна в носке, потому что это же вискоза. А вискоза, как вы все знаете, это гипоаллергенный материал. Тело у нас дышит в вискозе. И что самое главное, они могут у нас с вами растягиваться, а значит подстроиться под нашу фигуру. Посмотрите. Это отлично. Слушай, ты знаешь, когда мы делаем дистанционную покупку, мы всегда думаем: нет, это вот девочки все идеальные. Вот у нее 52 размер, грудь, как у меня другая грудь, у меня побольше или наоборот поменьше, а у меня живот. Нет, это точно не для меня, мне надо померить. Без примерки, не сомневаясь, ткань прекрасно тянется, а значит и сядет на любые ваши формы. Не забывайте, прямо сейчас действует максимальная скидка 1400 рублей. На 1400 рублей мы с вами пойдем прическу новую сделаем. Сэкономили и сделаем. Ну и давайте сразу рассмотрим еще и воротниковую зону. Мне очень нравится, что воротник у нас также с вами украшен великолепными стразами. И также у нас здесь с вами есть гарантия того, что они здесь у нас на века. Также у нас проклепанные украшения. Ольга, ты видишь, это металлические клепки. Знаешь, вот как кнопки проделывают. Точно так же, такой же эффект достигается действительно на века. Такое украшение. То есть, Ань, получается, здесь они не приклеены, наши стразы. Потому что я вспоминаю свою блузу, которую я купила задорого. Причем она была вся усыпана стразами. Ровно две стирки выдержала, и все, понимаешь, без страза осталось. Я думаю, за что я вообще такие деньги платила? Вот, кстати, о стирке давай поговорим. Здесь вы можете смело стирать в стиральной машине, потому что эти стразы, как вы уже успели убедиться, действительно здесь на века. Но не забывайте, для того, чтобы ткань сохранила свой внешний вид точно такой же, как будто вы только что принесли из магазина, стирайте в стиральной машине при низких температурах и с порошком без содержания хлора. Ну и не забывайте, что сегодня туника Арабелла является специальным предложением только одного дня. Спешите, звоните прямо сейчас, оплачивать ее не нужно. Ань, мы сейчас наблюдаем нашу тунику, размышляем, брать или не брать, но нужно определяться как можно быстрее, пока есть все размеры в наличии от 48 до 66. Оплачивать сейчас ничего не нужно, ведь оплата вся производится по-честному, по факту получения на вашей ближайшей почте. Сейчас бронируем, оплачиваем позже. Ну и давайте все-таки рассмотрим, какая у нас здесь эффектная ткань. Ольга, ты обратила внимание, что она, во-первых, очень мягкая, здесь особое плетение вискозного полотна, верхняя часть у нас как будто бы бархатистая, но не только бархат здесь присутствует, но также обратите внимание,
ткани, она блестит и переливается, эта ткань. А все потому, что здесь у нас есть крэш-напыление. Это крэш-напыление напоминает нам о том, что здесь есть анималистический принт, напоминает зебру, честно говоря. Правда, очень интересная, сложно сочиненная ткань по фактуре, по расцветке. Посмотрите, как интересно она сделана. Разводы, причем они тоже переливаются, меня это тоже подкупает. Если вам нравится все блестяще, если вы любите выделяться из толпы, это предложение должно оказаться в вашем гардеробе. Тем более сегодня, Ань, с максимальной скидкой. Экономьте и преображайтесь с телеканалом Shop&Show. Мы любим вас. Ну и давайте посмотрим, как она идеально сидит по фигуре. Такой идеальности мы добиваемся именно тем, что у нас здесь приталенный крой. Он подчеркивает наши силуэты, и главное дело, что такая длина будет скрывать наши недостатки. Ну и, конечно же, низ у нас с вами фигурный. Конечно же, такой низ также отвлекает внимание от особенностей фигуры, делая нас более интересными и стройными. Слушай, вот это прям для моей тети. У нее бедра очень широкие, и она всегда мучается с подбором одежды, всегда закатывается сверху, и, знаешь, получается как майка. И она все время дергивает. Вот прям идеально. Есть разрезы, значит, будет комфортно. 2999 рублей за исполнение вашей мечты, за комфорт, за блеск и за то, чтобы выделяться из толпы. Если вы любите поражать всех вокруг, если вы любите блеск и стразы, которые не отлетят на века, проверено, звоните к нам прямо сейчас, ведь сегодня действует максимальная скидка. 1400 рублей вы сегодня экономите на специальном предложении только одного дня. Плюс ко всему еще и подарок мы сегодня получаем. Ты помнишь про это? Да, Ольга, подарок — это великолепно. Да, это будет шарфик. Он отдельно стоит на нашем телеканале 699 рублей. Сегодня прилагается в качестве бесплатного дополнения с каждым заказом. Слушай, кстати, о шарфике. Скажи, пожалуйста, а вот сюда бы ты порекомендовала шарфик? Или вообще ничего больше не надо? Ты знаешь, я бы сюда порекомендовала эту тунику носить разными способами, такими, как, например, можете надеть топ под низ и сделать эту тунику как жакетик, накидывая сверху. Будет смотреться также очень интересно. Здесь вы, кстати, можете сочетать с длинной юбкой карандаш или, например, с джинсами своими любимыми, но также и с лосинами. Для комфорта и удобства все очень удобно именно сочетать с туникой. Вот это мне тоже нравится, что она универсальная, Ань. Просто когда приобретаешь изделие, например, можно носить только с юбкой, думаешь, ну вот она и будет висеть, опять место занимать в гардеробе. Ну а это универсальная модель, и нам это безумно нравится. Давайте сейчас насладимся, как выглядит Анна Галкина. Блистает, как звезда. Слушай, ты чувствуешь себя звездой, а? Да, потому что я вся блещу и сверкаю. Именно поэтому я чувствую себя звездой. А посмотрите, какие здесь аксессуары. Пуговицы отлично сочетаются, потому что они тоже здесь выглядят звездно. Они блестят, переливаются. Золото всегда любят женщины. Ну а стразы — это просто предел мечтаний. Слушай, я еще обратила внимание, рукава. У меня маленький рост, поэтому и руки не длинные, а короткие. Не потому что короткие, потому что рост маленький, еще раз напомню. И все дело в том, что когда я приобретаю для себя туники, рубашки, рукава очень длинных, приходится подворачивать, либо бежать в ателье, укорачивать. Это дополнительная плата, дополнительные расходы. Друзья, ну мне нравится, что рукав здесь укороченный, а значит, для меня, как для маленькой женщины, это идеальный вариант. Ну мало того, что он еще укорочен, посмотри, мне очень нравится качество, я всегда люблю проверять его. Тянутся швы, а это значит, и нитки, и машинки здесь поработали специальные, качественные.